Всем привет! Это программа «Лучшая в Краснодаре». Меня зовут Евгений Бондарь. Сегодняшняя программа будет почти такой же, как и предыдущие, но гораздо более красивой. Почему? Совсем скоро узнаете. Первый сюжет. Поехали! Мы начинаем. Когда жилье получается по-настоящему надежным, комфортным и современным? Ответ прост. Когда строительная компания относится к своей работе на 100% профессионально и добросовестно. Например, использует только качественные стройматериалы, прошедшие сертификацию, а также применяет входной и пооперационный контроль производственного цикла. Если речь идет о бетоне, используемом в строительстве аэродромных плит, беспокоиться не о чем. Такие дома прослужат века даже в экстремальных условиях. Внешние стены дома обладают высокой сейсмостойкостью, а межквартирные толщиной в 20 см обеспечат вам тишину и покой. Автономная котельная, комплексная трансформаторная подстанция, бесшумные лифты, немецкие панорамные окна, остекленные балконы, большой подземный паркинг и постоянный контроль безопасности жилого комплекса – это лишь малая часть того, что с удовольствием предоставит застройщик. Кроме этого, вас порадует наличие на территории ЖК детской и баскетбольной площадки и даже теннисного корта. А самое главное, что у надежной строительной компании все объекты сдаются в срок и даже раньше. Вы спросите, а есть ли какие-нибудь минусы у такого застройщика? Только один. Квартиры очень быстро разбирают. Спешите! ЖК «Москва» — это просторные светлые квартиры с панорамными окнами, застекленными балконами и прекрасным видом на город, бесшумные лифты, автономная котельная, большой подземный паркинг, баскетбольная площадка и даже теннисный корт. ЖК «Москва». Телефон 8 800 47 303. Друзья мои, кто у нас сегодня в гостях? Четыре потрясающие девушки. Четыре. Девчат, рассказывайте, кто вы такие, что вы за коллектив, как вы называетесь? Ну, сначала привет. Привет. Мы вокальный проект Candy Jazz под руководством Виктории Николаевны Сапсай. Candy Jazz. И тебе привет. Привет. И что же это за такой Candy Jazz? Что вы такого поете? Мы поем джаз. В чистом виде. Вот прям да. Джаз, как вот он джаз. Да. Давно вы собрались? 4 месяца вот мы уже, как вместе все. Уже выступали где-нибудь? Да, было. Было? Да. Ну расскажи, как у тебя дела? Хорошо. Ты в этом коллективе сразу с момента его появления или вас всех вместе вот собрали и сказали, вы теперь, девчат, поете джаз? Ну, был жесткий отбор, кастинг. Мы туда пришли, нас прослушали и вот выбрали из всех претенденток нас четверых. Сколько было претендентов? Много, я не знаю. Прям много, все да? хотят петь, время такое. Конечно, естественно. Да, я даже там в очереди стоял, возможно, да, ну где-то ладно, меня не заметили. Тебя. Да я бы прошел. Да. Сейчас смотрим следующий сюжет, потом поговорим о вашем творчестве и о вас. Смотрим. Выбор мебели – процесс непростой. Мы всегда хотим получить что-то одновременно оригинальное, функциональное, надежное и, конечно, комфортное. Идеальным решением в таком случае станет трансформируемая или интеллектуальная мебель, ведь она сочетает в себе абсолютно все нюансы. Так, например, диван со стенкой может в одно мгновение стать удобной двуспальной кроватью. При этом справиться с ним сможет даже хрупкая девушка. Возможности интеллектуальной мебели по-настоящему безграничны. Вы сможете создать свое собственное рабочее место и превращать его в кровать, даже не убирая ноутбук со стола. Удобно, правда? Но и это еще не все. Детский диван, например, может стать комфортной двухъярусной кроватью. Это здорово сэкономит место в комнате. Для детей, кстати, трансформируемая мебель предлагает еще одно решение – растущую парту. Вы сможете корректировать ее высоту в соответствии с ростом вашего ребенка. С интеллектуальной мебелью даже такая простая вещь, как зеркало, может добавить комфорта, превращаясь в гладильную доску и не занимая лишнего пространства в вашем доме. Помните, интеллект вашей мебели зависит только от вашего выбора. Интеллект мебель – это трансформируемые диваны, кровати, столы, школьные парты и даже гладильные доски. С интеллектуальной мебелью вы получите качество, оригинальный дизайн и удобные функциональные решения. Все для вашего комфорта. Интеллект мебель. Ищите в магазинах вашего города. Друзья мои, в программе «Лучшее в Краснодаре» в гостях Candy Jazz. И интересно мне стало, чем же занимаются девочки в свободное от пения время.
Есть у вас хобби какое-то? Крестиком вышивать или... Да. Рыбалка? Катя, вот рыбалка. Нет, на самом деле я рисую. Рисую? Да. Как давно? И что ты рисуешь? С детства. Вообще все, что угодно. Но вообще люблю портретные рисунки простым карандашом. Ты прям умеешь рисовать портреты? Ну, я думаю, что да. А те люди, которых ты рисовала? Или они как бы не догадываются пока, что это они нарисованы? Поэтому я люблю сама сидеть. Мысли восстанавливает, успокаивает, да. Тебе это помогает, да? Да. У тебя есть хобби? Да. Что же ты делаешь? Я учусь на режиссера кино и телевидения, и мне очень нравится смотреть фильмы. Это отличное хобби. Рецензии на них. Мне нравится. Это... И снимать разные видеоролики. А я думал просто, думаю, какое отличное хобби смотреть фильмы. Мне нравится смотреть фильмы, ходить в кафе. Это же тоже хобби. Снимать ролики. Да. На телефон? Нет. Все серьезно, тоже есть оператор, режиссер. Ага. А ты выступаешь в роли? Режиссера. Все прям по-серьезному. Покажешь когда-нибудь? Может быть, вы придете в следующий раз в гости, ты уже со своей картиной, а ты с готовым фильмом. Да, только за, да. Да, сейчас смотрим сюжет, пока этого всего нету. С одной стороны, большой город – это развитая инфраструктура и комфортная жизнь. С другой – это шум, суета и выхлопные газы. Но теперь можно найти золотую середину. Достаточно правильно выбрать жилой комплекс. Свежий воздух и современный городской жилой комплекс – это, как выяснилось, вещи не только совместимые, но и очень удобные. Вся современная инфраструктура к вашему распоряжению. Рядом и поликлиника, и детский сад, и при этом вы получаете эстетически приятный и тихий двор, и никакой лишней городской суеты. Ваши дети смогут спокойно играть на площадке во дворе, и вам не придется за них переживать. Прогуливаясь по жилому комплексу, понимаешь, что воздух может быть чистым, прописка при этом может быть городской, а цены на жилье могут быть низкими. Сами квартиры с современными планировками, а главное – с ремонтом. Вы можете выбрать однокомнатную или двухкомнатную квартиру, в которую сможете переехать сразу же после покупки. Ремонт сделан действительно на совесть. Качественная сантехника, обои, керамоплитка и газовая плита на кухне – этим может похвастаться только надежный застройщик, который заботится о своих клиентах. Кроме того, вы можете рассмотреть приобретение жилплощади еще на этапе строительства. Такой вариант позволит значительно сэкономить ваш бюджет. Чистый воздух и городская инфраструктура, просторные квартиры с качественным ремонтом и никаких проблем с парковкой. Новый жилой комплекс в поселке Знаменский. Стройэлектросевкафмонтаж. Телефон 8 861 992 05 45. Друзья мои, Candy Jazz коллектив, тот, который у нас сегодня в гостях. Эти прекрасные девушки, мы с ними разговариваем обо всем. Ну, в частности, конечно, о пении, о вокале и когда вы начали вообще заниматься тем, чем занимаетесь. Петь, когда вы начали? Я начала с раннего детства петь, с 3 лет. Я отвела маму за ручку в музыкальную школу. Ты отвела маму за ручку? Петь, да. И когда ты пришла? 5 лет. Я пошла в музыкальную школу, да. На вокал? Да, я училась в хоровой музыкальной школе, где главная специальность был вокал. А владеешь ли ты каким-нибудь музыкальным инструментом? Да, фортепиано. То есть ты прям можешь саккомпанировать себе сама, ну, сидишь вечерами. Да, если позаниматься, вспомнить, то а, да. Вот, ну ладно, можешь, можешь. Как давно начала петь ты? Тоже с детства, садика. Просто у моего крестного была свадьба, и я услышала, как поет очень красивая женщина. Вот, ну, мне тоже захотелось как-то себя показать. Она потом подошла ко мне после песни и пригласила меня в школу искусств. Она оказалась руководителем по вокалу. И в будущем она тоже была моим руководителем. То есть тебе вот твоя смелость позволила дальше пойти уже в музыку. Да. А скажите, чем бы хотелось еще заниматься в жизни, кроме пения? Или это основное? Ну, для меня это основное. Ну, я вообще планирую еще чем-нибудь заняться, пока время только вот на вокал осталось. Но в будущем я планирую и попутешествовать, и узнать у других народов тоже о музыке. То есть такой этнографический экскурс музыкальный совершить. Это очень хорошо. Это так же хорошо, как смотреть наши сюжеты. Вот прямо сейчас мы этим займемся, смотрим.
Покупка кухни – дело очень важное, но не менее важно оснащение кухни бытовой техникой. Духовые шкафы и варочные поверхности можно подобрать не только по стилю – классика или хай-тек, но еще и по количеству программ, систем очистки и так далее. У вытяжек также есть свои особенности. При выборе вытяжки необходимо обратить внимание на мощность и уровень шума. Вытяжка должна не только выполнять свою работу по очистке воздуха, но и создать максимум комфорта на вашей кухне. Выбирая мойку, обратите внимание на то, из какого материала она сделана. Если это нержавеющая сталь с микроструктурой, то вы сможете избежать водяных разводов. Гранитные мойки отличаются своей красотой и практичностью, но всегда найдется то, что удивит вас по-настоящему. Сейчас все большим спросом пользуются мойки из наногранита. Эти мойки очень приятные на ощупь и одновременно особо прочные. Им не страшны никакие механические воздействия. Встраиваемая техника делает вашу жизнь комфортной, а кухонные хлопоты превращает в кухонные радости. Компания Ancona предлагает вам качественную, современную и стильную встраиваемую технику на любой вкус. Новейшие технологии, великолепный дизайн и доступные цены. Ancona, телефон 239-67-74. Группа Candy Jazz пообещала нам, что споет сегодня чего-нибудь очень интересное. Давайте послушаем. Лали-папу, лали-папу, лали-лали-лали, лали-папу, лали-папу, лали-лали-лали. Следующий сюжет. Давайте поаплодируем. В жизни каждой девушки случается такое событие. Представьте, вы стали невестой и порадовали этой новостью ваших друзей. Что они сделают? Настоящие друзья сразу же займутся организацией вашей свадьбы. Они моментально предложат вам подходящее свадебное платье. Вы точно останетесь довольны. Конечно же, с рестораном друзья тоже разберутся. Они в этом мастера. Выбрать для вас нужный из тысячи для них не проблема. Ваша лучшая подруга быстренько станет профессиональным флористом и сразу займется декорированием свадебного зала. Как раз в это время один из друзей подберет самых ярких артистов. А ведущего вообще и искать не станут. Один из ваших друзей и так известный ведущий. Короче, все они сделают идеально. Вот вам повезло с друзьями, да? Все это может стать правдой только в том случае, если ваши друзья – профессиональные свадебные организаторы. Может, пора уже завести таких друзей? Агентство событий «Друзья». Организация вашей свадьбы – наша работа. Доверьте вашу свадьбу настоящим друзьям. Звоните 242-98-22. Друзья, в гостях Candy Jazz. Разговариваем с ними о музыке, о творчестве, о том, что же такое Candy Jazz в принципе. Девочки, скажите, кроме как
вокальные данные. Что еще нужно для работы в коллективе? Вот в вашем. Ну, прежде всего, мне кажется, желание, огромное желание. Вот. Ну, я хочу, я подхожу. Немножечко таланта, музыкального слуха. Ну, это прям для меня коллектив создавать. Нет, и вообще есть такие определенные критерии, да, для того, чтобы выступать на сцене. То есть это, понятно, внешность, это энергетика. То есть даже если у тебя внешность, даже если ты красиво одет, даже если ты очень красиво поешь, если ты стоишь и не двигаешься, это неинтересно. То есть это все должно быть в комплексе. И костюм, и стиль. И, ну, то есть это должно быть со вкусом в любом случае, чтобы хорошо, это было интересно. Кроме вокала, чем-то еще приходится заниматься? Хореографией. Вот мы работаем с специалистами, хореографами. То есть еще и танцевать нужно уметь? Да, конечно. И вы поете живьем? И танцуем. И танцуете? Да. Скажите, сложно ли? Сложновато, да. Бывает такое, что во время сальто сбивается дыхание? Бывает. Но над этим работаем. Да, я очень люблю, когда сложно, поэтому для меня здесь ничего пугающего нет. Наоборот, люблю, когда сложные танцы, сложные песни. Люблю достигать каких-то высот. То есть, ну, идешь по ступенечке. Выучил песню, выучил танец, это все вместе соединил, и идешь выступать. А не бывало такого, что не получается, не хочу этим больше заниматься? Конечно, да, всегда бывает. Но мы как-то с девочками и развиваемся, самосовершенствуемся за счет проекта, за счет того, что у нас и хореографы профессиональные, я считаю, вообще самые лучшие в городе. Вот, с нами очень занимаются в вокальном плане, очень усиленно, поэтому я считаю, что у нас все получится. Все для этого есть. Конечно, да, получится. И в любом случае это работа над собой, то есть ты не один, это коллектив. И от каждого зависит успех целого коллектива. Каждый это понимает. Серьезная, сложная штука оказалась ваш кэнди-джаз. Так же серьезен, как наши сюжеты. Смотрим. О том, какая реклама эффективнее, можно спорить очень долго. Ясно одно. Чем заметнее реклама, тем лучше. Сегодня поговорим о городских светодиодных экранах. Для начала нужно выяснить, что же все-таки эффективнее – разместить видеорекламу на светодиодном экране или же статическую на билборде. Конечно, многое зависит от самой рекламной кампании, но когда речь идет об экране в самом центре города, думаю, здесь ответ очевиден. На такой экран обращают внимание как пешеходы, так и водители. Что касается самой рекламы на светодиодных экранах, то они привлекают в 5-6 раз больше внимания, чем статичные носители, и значительно дольше его удерживают. Наверняка и вы согласитесь, что видео так или иначе гораздо привлекательнее статики. Иначе изображение на обложке фильма было бы смотреть интереснее, чем сам фильм. К тому же реклама на светодиодных экранах зачастую дешевле, что тоже немаловажно. Конечно, лучший способ проверить эффективность рекламы на экране – это разместить вашу рекламу на экране. Я попробовал, мне все нравится. Хотите сделать вашу рекламу максимально эффективной? Разместите ее на светодиодном экране в самом центре города, и вы не останетесь незамеченным. Телефон рекламной службы 2-516-616. Друзья, группа Candy Jazz. Группа Candy Jazz за контрабасом Эльхан Атакишиев. At first I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. But I spent all so many nights just thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed the stupid clock. I should have made you leave me. If I had known for just one second you'd be back to bother me, go on the go, walk on the go. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. But you're the one who tried to hurt me with goodbye. Do you think you crumble? Do you think you lay down and die on my life? Have you survived? Oh, as long as I know how to love, I know I say life, 'cause I got all my love to leave, and I got all my love to give. I will survive, I will survive.
Всем привет, меня зовут Виктор Агабовян, и я иллюзионист. И я вам докажу, что магия существует. Добрый день. Добрый. Как настроение у вас? Отлично. Отлично. Ну, я вам хочу ваше настроение прям так увеличить во много раз. О, готовы? Я надеюсь. Итак, возьмите любую карту, какая вам нравится. Одну. Давайте посмотрим, что это за карта. Прекрасный выбор. 8 пик. Напишите на восьмерке пик номер вашего счета. Нет, просто ваше имя. Так. А как вас зовут? Я не заметил. Андрей. 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 Это теперь единственная карта на Земле с вашим именем. Восьмерка пик. Вряд ли кто-то из Андреев еще выбирал восьмерку пик. Смотрите внимательно, что можно сделать. Я кладу ее вот сюда. Вот так. Видите, да? Делаем так. И Андрей поднимается наверх. Ну хорошо, еще разок попробуем. Немножко по-другому. Вы мне поможете. Восьмерка пик. Затолкните ее сами. Вот, отлично. Делаем вот так. Ой, не получилось. Знаете почему? Я забыл сделать одно движение. Вот так. И теперь Андрей сверху. Ну, давайте еще раз попробуем. Ваша карта восьмерка пик с именем Андрей. Вы уже знаете, что делать. Нужно затолкнуть ее сюда. Вот такие дела. Это вам. Спасибо. Спасибо большое. С вами был Виктор Агабобян. И до скорых встреч. В гостях у нас сегодня были коллектив Candy Jazz, за контрабасом Эльхан Атакишиев. Давайте послушаем. What's our love? And it was a guess. Do we do? But it looks soon to now. Had a high request. Do we do? Still not do we think? Only to find much of mistrust. Love's gone behind. What's our love? And it was a guess. But it did. But it did. Soon to now. I was losing my mind. Do we do? Still not do we think? But I was so blind. Much of mistrust. Love's gone behind. Pam 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 para pam pam. In between. Pa pa wa wa. On a flight is pleasing. How we find. Pa pa wa wa. It's so confusing. That's why I feel so mad. Pa pa do be do be. Deep I feel I'm losing you. It's just no good. You're teasing me like you do. Pam 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 pa wa wa. Pam 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 pa wa wa. Was that love? And it was a guess. Soon turn down, heart of rest. Seem that everything only to find. Much of mistrust, love's gone behind. Bam, 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 lost inside. Oh. Всем пока!